Полицейские, сотрудники администрации и народные дружинники провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли около станции Люберцы. Добрый день. Добрый день. Уктомский отдел полиции. Будьте добры, пожалуйста, разрешение на торговую деятельность и документы, сверяющие личность вашу, соответственно. Разрешение не оказалось, и полицейские на месте составили протокол об административных правонарушениях. Несанкционированная торговля прекращена, а самовольно установленные прилавки вместе с продукцией изъяты и отправлены на ответственное хранение. Только с начала лета на территории обслуживания Ухтомского отдела полиции выявлено более 50 фактов незаконной торговли. Люди, занимающиеся данной деятельностью, осуществляют свою реализацию без соответствующих сертификатов качества. Также места под установку они выбирают, к сожалению, нарушающие требования безопасности, нарушающие всем требования санитарных норм.